Матерей предлагают отправлять на досрочную пенсию, за каждого ребенка скидывать по году. Сколько детей на столько лет раньше наступит трудовая пенсия? Законопроект на эту тему разработал депутат Госдумы Дмитрий Савельев и внес его на рассмотрение в правительство. Аналогичный бонус предлагается распространить и на усыновителей. Причем распространить это правило предлагается не только на будущих матерей, но и на тех, у кого уже есть дети. По мнению думского депутата, воспитание даже одного ребенка сопряжено серьезными усилиями и затратами, лежащими на родителях. Например, им зачастую приходится работать сверхурочно, и это должно компенсироваться. Однако у экспертов есть сомнения насчет этого законопроекта. Во-первых, действующее законодательство и так предусматривает некоторые преференции для матерей. Так досрочно выходят на пенсию женщины, воспитывающие детей-инвалидов, а также родившие не менее 5 детей. Кроме того, действующее пенсионное законодательство нацелено, напротив, на стимулирование более позднего выхода на пенсию, что позволяет не повышать пенсионный возраст, как это происходит в западных странах.